Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня битва гильдии, и мы сегодня сделаем новый рекордик. Побьем 15 тысяч очей. Сегодня у нас неплохие топы, поэтому, ну, ради рекорда я не буду сегодня трешовать, как обычно. Мы затестируем 9 эмблемки. У меня есть уже оживы, 3 оживы с того, что я прокачал, и 3 Водушки, но мы будем в основном оживы тестировать. Будем пробовать Ронина. Так, Сидну пока отставим. Оставим такого Лазулю. Только единственное, ему я поставил обжорку. Вместо обжорки сделаем такой вот вариант. Так, дальше у нас будет вместо ворожея. Ну, нам, по сути, ворожей ни к чему тут. А Ронин. Стандартный наш Ронин. Нет, не такой вариант. Сейчас посмотрим. С ожогом мы поставим оживу девятую. Куча Ронинов. Ни одного с ожогом. Так. Все, что хочешь, уже тестировали мы. Есть. Сюда мы ставим яйца кролика. Вот такой вот вариант. Эмблему убираем. Убираем. Так, на ком-то у меня живо. Тут одна девятая. Тут восьмая, сюда ставим девятую. Будем пробовать таким бегать. А, или у меня их две, что-то я не помню, кому мы третью ставили. Сейчас посмотрим. Свободно. Такой вот Роня. Плюс ставим Огника. Вот такой вот Огник будет тоже с 9 оживой. Тут мы поменяем, поставим сейчас. Вот так вот. Поехали. Ну, я не буду остальных выставлять, я думаю, нам должно этого хватить, я надеюсь. Так, я сотрел противников, это самый сильный у нас, 322 за него дают. В принципе, довольно-таки неплохо. 30-е прорывы. Рея, космос, воодушка и все дела. Окей, поехали. Будем заходить отсюда со стороны стрелка. Сюда будет повеселей. Ух ты, смотрите, как ушатали просто. Вообще жесть. Окей, пробуем. Можно космо обезвреживать вот таким вот образом. Смотрите, как попадает жестко. Ничего себе. Прикольненько. Вот это мне нравится. процентов. Я что-то не понял, он, смотрю, отражалка проходит, отражает урон, получается. Собака такая. процентов. Ничего себе. Ронька отжигает, ребят, посмотрите. Кстати, Лазуля тоже очень довольно-таки неплохой у нас. Смотрите, как держится офигенно. Без проблем. Так, с этим справились, поехали. Следующий противник у нас этот. Так.
Тут куча он воодушевлений напихал, помогали по ней ему еще. База очень раскидана вся. У Космо, как видите, можно вот так вот обезвреживать, как только он зарядится. Толку от Космо в таком случае никакого нет. Вот смотрите, что Ронин делает. Так, у нас там землеройка, я смотрю, еще есть. Ну, вот так вот, с одной стороны вот так, другой так закидываете. В принципе, этот противник 30-е прорывы, но герои как-то очень слабенькие. Предыдущий противник был поинтереснее. Так, смотрим. Здесь еще один противник на 800. Дырочка. Дед Мороз и ведьма. Это странный у него подход. Ладно. Тут знаете, как просто сделать? Кидаете сюда лазурю. Сейчас он зарядится. Вот минус 43% вы уже набили. С другой стороны, я не знаю, зачем такие базы делать. Вот лазуля подходит. Но у меня просто он не ремочный. Если он сейчас не включится, он второй раз уже, к сожалению. Но был бы ремочный, он бы сам бы вынес тут 90%. Ну и все, и добиваете уже, соответственно, ловника. Слабенькая расстановка. Так, поехали следующий. 902 и 894. Еще 30-е прорывчики. Так, Махатма, Фрея, Седна, Огник. Попробуем отсюда забежать. Космо нету, опять же, тоже ситуация, вы закидываете. Если нету космо, вы можете смело ледяху закидывать. Но в таком случае не смело, потому что он у меня без набора энергии остался. И, как видите, его там стрелок будет разбирать сейчас. Но это все можно изменить, можно вот так вот юнитами спамить. Надо было, конечно, немножко раньше делать. Мы сделаем так. Ну вот, видите. 93% и никаких проблем у нас на битве гильдий. 100. Только Ронина потеряли опять. Ну, Ронин дохнет даже на максимальной такой прокачке. Это что такое? Это раз-то от Минотавра, что ли? Какой-то непонятный топ. Некрос стоит. Странно. Ну, поехали. Прикиньте, сейчас на нем и сольемся еще. Ну, у нас Огник, как видите, 9-е СО, его пробивают, вообще слабенько, плюс оживы, но, видите, его тоже ушатали. Ребятушки, шанс слива, у нас остался только Ронин, и он нас спас. Вот так вот, вуаля, 15-0-0-2, новый рекорд на битве гильдий. Ничего сложного, как видите, нет. Битва гильдии проходится в 1-2 героя даже против 30-х прорывов. Ну, уже не то. Даже прокачки здания они все равно не спасают, так как прорыв действует на питомца и ваши питомцы. Если они у вас хорошо прокачаны. Просто творят чудеса. Сейчас я вам это покажу. Так. Вот мой питомник. Вот посмотрите на атаку. 30 тысяч атаки. Плюс у него усиление 420%. Это 120к как минимум он выбивает. Плюс у него еще увеличение в 5 раз. То есть кролик реально на сегодня самый топовый дамагер для битвы гильдии. Он дамажит просто безбашенно. То есть вы можете ничего не бояться с таким кроликом и такими героями. Плюс...
Тут хватает всего. Тут, если взять плюс 116 тысяч, это, конечно, жесть. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.